Приветствуем вас на канале «Веселая семейка». Не знаете, как уговорить своего ребенка поесть? Предлагаем вашему вниманию идею украшения детского блюда с помощью огурца. Всем привет! Приветствуем вас на канале «Веселая семейка». Андрюшка у нас сегодня немножко не в духе. Бабушка ему приготовила вот такую вкуснятину. Картошечку пожарила жареную. А там кто, Андрюша Михайлович? Кто это там? Ну кто же это? Ну-ка давай! Ну давай, давай! Он нагулялся, напрыгался, наскакался. Все, у него нету настроения кушать, сразу все пропало. Но мы его хотим удивить, и чтобы он у нас все-все скушал. Давай, ужинай, пробуй еду. Бабушка тут постаралась, гляньте, какие пальмы из базилика сделала. Ну-ка, давай, пробуй бабушкину стряпню. А ты какой, как его зовут? Кто это? Какой сказочный герой? Крокодил. Крокодила зовут. Вилочку убери, вилочку от лица убери. Как его зовут, этого крокодила красивого? Ну? Крокодил Гена. Ну, наконец-то! Ну, пробуй! Ну, давайте, Андрюшка сейчас его испробует и скажет вам свое... Язычок. Язычок попробуешь? Ну-ка, попробуй. Вкусно. Свое мнение скажет. Вкусно. Ты пробуй картошку, пробуй. Как бабушка нажарила картошку-то? Ой... Вкусная? Соли хватает? Хватает. Хватает. Ну, наконец, настроение у ребенка поднялось. Ну, вы понимаете? Ну, никак. Его не разговоришь, не развеселишь. Вот на улице скачет, дома есть это что-то. Снимай ее прямо, Андрюш, снимай. Ломай, ломаем. Вот, шляпу сняли. Аккуратно там палочка. Ты ее просто аккуратно скушай, ну, откусывай, вот. Грызи морковку. А палочку оставляю. Вилочкой аккуратно перед носиком. Да. Ну, как я морковка. Я старый дед. Дед? Да. А морковка это дед? Да. Да? Ну, настроение немножко я тебе подняла, да?